Так, коллеги, начинаем итоговую пресс-конференцию, посвященную прошедшему матчу между командами «17» Новосибирск, Байкал, Энергия, Иркутск. На вопросы по традиции отвечает тренер команды гостей Сергей Александрович Юсупов. Сергей Александрович, пожалуйста, ваше мнение о матче, озвучьте, что понравилось, что нет. Сложный матч. Мы знали, что Новосибирск будет обороняться большими силами, готовились к этому. Но в таких матчах очень важна реализация. У нас сегодня в первом тайме было 300% момента, которые мы не воспользовались. И потом нам пришлось, скажем так, не очень легко взламывать обороны. Но удачно повели, удачно забили. И во втором тайме, в принципе, и делали акцент на контратаку. И добились победы. Сергей Александрович, как вы считаете, вот почему получились такие два разных тайма? Первый тайм был насыщен моментами, второй такой вот рваный, характер приобрел. Ну, во втором тайме у нас пошли удаления. Новосибирск начал, скажем так, больше атаковать. Мы ждали свой момент на контратаку. И, может быть, от этого мы решили больше уделить время обороне. Счет нас устраивал, то есть и мы уже, скажем так, отталкивались от этого. Так, следующим на наши вопросы отвечает наставник команды «17» Алексей Владимирович Жеребков. Алексей Владимирович, ваше мнение о прошедшей встрече, ну и тот же вопрос, что получилось, что не получилось? Ну, не получилось выиграть, прежде всего. Хотя мы настраивались на сегодняшний матч, готовились к нему. Изучили соперника, и в принципе то, что мы ждали, мы это и увидели от соперника. Но я скажу так, что сегодня у нас и моменты были, и подходы были, но реализация у нас, хотя не скажу, что много моментов у нас было, но мы их не реализовали. Соперник реализовал, и я думаю, здесь тоже счет такой, он вроде не крупный, но такая игра была закрытая. С обеих сторон. Спасибо.